Всем-всем-всем доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики и все те, кто смотрит это видео. С вами, как всегда, Корнес. Скорее ставьте этому ролику лайк и подписывайся на канал, если еще не подписан. Ну а пока идет заставочка на фоне, я расскажу тебе, как получить суперсекретный и суперкрасивый арч Назаре Ицумаде. Вроде бы правильно сказал. Наливайте кружечку горячего чая, ну а я, пожалуй, начинаю. Итак, для получения арча нам необходимо добраться вот в это место. Это у нас Санто-Доминго, Ранчо Коронадо. Открыть дверь гаража, и там мы увидим сломанный байк. Так. Клёвый байк. У меня был такой. Только без кочевничьих прибамбасов. Угу. Вместо них, небось, была сисястая блондинка на боку. Во-первых, не хами. А во-вторых, брюнетка. Да, не починишь. Это металлолом. После его обследования запустится квест. Но обязательно почитайте сообщение в ноутбуке, чтобы Ви взяла фотографии. После этого бежим к прибору быстрого перемещения и отправляемся к Джапантаун Запад, что на карте Уэструк. После этого бежим вот сюда, где я отметил на карте. Правда, на карте нормально точка не отмечается, но это приблизительные координаты. Лучше смотрите, куда бегу я. Здесь нас будет ждать чувак, которому мы покажем фото из гаража. Этот парень на фотке. Ты? Что? Откуда это у тебя? Нашла. Рядом с разбитым байком Джози. Выясняю, что с ней случилось. А ты коп? Тогда давай значок показывай. Я не из полиции. Просто пытаюсь разобраться в этой истории. С ней что-то случилось. Что-то ужасное. Так? Короче, бесила она тигров, ясно? Ей велели уебывать из города, а Джози... Джози не послушалась. Когда они оставили ее без колес, Джози поклялась отомстить. Я предупреждал. Она спиздила байк одного из главарей. Потом погоня, перестрелка. Больше ничего не знаю. Так что да, случилось ужасное. Ну, как есть. Слушай, дай мне знать, если что выяснишь. Подскажешь, где искать? Нет. Знаю только, когда ее прижали, она побежала в метро. Поехала на юг, наверное, по красной линии в сторону Джапантауна. Только фиг знает, на какой станции она выйдет. Да, не густо. Но хоть что-то. Будем на связи. После разговора с Джеймсом, нам необходимо найти тело его подруги или сестры, кто она там ему. После этого снова перемещаемся. На этот раз в Хейвунд Глен. Проезд Palms View. Или туда, у кого открыта зона метро, то в метро. Далее от самого метро идем вправо. Вам по-любому, в принципе, нужно найти будет это метро, оно вот в этом центре. Как я сказал, от метро идем вправо. И около банкомата начинаем сканировать асфальт. Там мы увидим следы крови. И в переулке само тело. Стекла. Умирала долго. Смотри, все ногти ободрала об асфальт. Да. Паршивая смерть. Любая смерть паршивая. Уж я-то знаю. После обследования тела выходим из переулка и возвращаемся Она к Джеймсу. Погибла. Из-за тебя. Не понял, это ты сейчас к чему? Все, ты понял. Это ты заманил ее в ловушку. Знал, что твои друганы ее прикончат. У меня выбора не было.
Девчонка насолила главарям. Мне пришлось, иначе бы меня закопали. Ну, то есть выбор у тебя все-таки был. И ты предпочел спасти свой зад. А ты бы что сделал? Дала им себя убить? Думаешь, почему я хожу сюда каждую ночь? Видами, блять, любоваться? Я знаю, что сделал. Мне с этим жить. Ну, поплачь теперь. Девчонка истекла кровью, Джейми. Она умирала медленно, в агонии. Обломала себе все ногти об асфальт. Представил картину? Представляю ее всякий раз, когда рожу свою в зеркале увидишь. На этом история заканчивается, и нам необходимо найти сам Арч. А находится он вот здесь. Фабрика Уолтс Фудс. На карте это Уотсон, Нордсайд. Бежим прямиком, как я, и видим на стене кодовый замок. Набираем 0214. И в ауле дверь открыта. Транспортное средство добавлено в наше распоряжение. На этом все, дорогие друзья. Мы получили супер красивый, супер, не знаю, только разве что красивый байк. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!